Генеральная прокуратура Азербайджана заявила, что президент самопровозглашенного режима в Карабахе Арай Карутюнян в кратчайшие сроки будет задержан и передан следствию. Следственные действия продолжаются. Арутюнян, представляющийся как лидер самопровозглашенного режима, будет привлечен к ответственности оперативными ведомствами и органами разведки спецслужб в кратчайшие сроки. Заявил глава Следственного управления Генпрокуратуры Азербайджана Нимат Авазов сегодня на пресс-конференции. Он напомнил, что во время войны в Карабахе осенью 2020 года Арутюнян в соцсетях признался, что является инициатором неоднократных ракетных обстрелов города Гинджа, в результате которых погибли мирные граждане. В связи с этим в отношении него было возбуждено уголовное дело по различным статьям Уголовного кодекса Азербайджана. Спасибо за просмотр. Поставьте лайк, и если вы не подписаны на наш канал, то подпишитесь. Что думаете вы? Пишите в комментариях. До новых встреч!